прошлом году с банковских карт москвичей похитили 12 миллиардов рублей. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас подробности. ТАСС по заявлению депутата Мосгордумы Натальи Метлиной сообщает, что в 2019 году с банковских карт жителей Москвы похитили 12 миллиардов рублей. Она отметила, что сейчас стабильно растет деятельность мошенников по краже с банковских карт. По мнению Натальи Метлиной, нужно организовывать обучение москвичей основам финансовой грамотности и навыкам при совершении электронных операций. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также сообщил, что в Москве будет усилен контроль за обеспечением безопасности персональных данных при предоставлении электронных финансовых услуг. Также он добавил, что с телефонным мошенничеством связаны самые популярные схемы кражи денег с карт. На этом все. Следите за новостями из жизни столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!